что такое деньги. Деньги – это монеты. Ох, какие монеты! Что это такое вообще? Монеты – это такие круглые штучки, которые очень блестят. Деньги – это такая бумага и железные монетки. Деньги – это то, что зарабатывают на работе мама с папой. Деньги, они бывают железными и бумажными. Бумажки, на которые можно что-то потратить. Деньги – это бумажки. Деньги – это чем можно заплатить за дом. Деньги, есть монетки, они железные, они круглые. И бумажные деньги, они такие прямоугольные. Деньги – это что можно на них купить. Машину, продукты, там, дом, путевку на море, там. Откуда берутся деньги? Откуда они берутся, когда ты работаешь? Деньги берутся, когда ты работаешь, и они появляются. Бумажные деньги тоже могут появляться. В банке, в кошельке, в копилке, в банкомате. Можно деньги взять из банка и заработать. Деньги берутся из банка. А что это такое? Банк – это такое помещение, где хранятся деньги. Они берутся из банка. И еще из банкомата. Можно заработать их на разных, когда ты работаешь, и ты заканчиваешь, и они тебе дают деньги. В банке, в кошельке, в копилке. Где хранят деньги? Деньги можно хранить в банке. И все? В сейфе, в кошельке, на карточке. Деньги хранят в копилке, в банкере. Их хранят в банке. Туда можно положить 100 или 500 рублей. В кошельке или в банке? Деньги хранят в банке. Их можно взять из банка. Из копилки, из кошелька. Что бы ты купил, если бы у тебя было много денег? Машину. Большую? Да. Расскажи, зачем она тебе нужна? Чтобы ездить в разные поездки со своей семьей. Купила бы телефон, но денег еще много осталось. Ну а помимо телефона, что бы ты еще купила? Я бы купила мармеладку. И еще купила бы панамку. Деньги еще были много. А какую панамку ты бы купила? Розовый. Бассейн. Шайками. А зачем он тебе? Ну что, я бы... Гата, я... Это как будто в воде был. Это себя чувствовал. Дора. Или вообще бассейн с водой. И я бы купила игрушки и вкусняшки. Я бы купила хлеб, молоко, сыр, пюрешку, например. А что ты для себя бы купила? Ну, я бы купила себе бантик, бусики, машину. Дом. А зачем тебе машина? У меня же нету машины, у папы нету. Я папе куплю. Я бы купила себе... Я бы купила семена и у себя бы это посадила дерево. Машину. Чтобы ездить на ней. А какую машину ты хочешь? Ладу.